Топ-5 отличий акустического баса от электрического. Первое. Выглядит как настоящая мужская укулеле. Выглядит как фигурная разделочная доска. Второе. Внутрь еле смог поместиться блок активной электроники. Можно смело спрятать заначку от жены и еще пару бутылок. Третье. Безжизненная электрика. Настоящий теплый деревянный звук, как у контрабаса. Четыр-четыр. Чтобы хоть что-то услышать, надо воткнуть. Будет работать, даже если отключили электричество. Увидел 5-е отличие? Пиши в комментарии.